Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрозе. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Identity 5. Сегодня мы посмотрим такого персонажа, как новый хантер, а именно скульптор, которого я недавно купил. Конечно, я за него играть, ну, так себе умею, но мы как раз таки сделаем на него обзорчик. Посмотрим, что это вообще за перс такой. Потому что я его, как только купил, обзор не делал. А сегодня сделаю обзорчик. Но перед началом давайте будем бросать пирамидки на удачку. Сейчас мы их побросаем здесь. Это займет, я не знаю, сколько минут, конечно. Но побросаем пирамидки на удачу все-таки. Так. Побросаем, побросаем. И уже будем потом продолжать. Смотрите, смотрите, сколько мы уже всего понасобирали. Тик, 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 тик. Давайте собираем все по чуть-чуть. У нас тут очень много этих пирамидок еще осталось. Но я думаю, мы их сейчас всех побросаем. У нас все будет nice. Так. Открытие сфер сегодня не будет таким масштабным. Откроем только пару сфер. Одну, две, не знаю. Вот. И уже будем продолжать. Так. Погнали. Жалко, что нельзя вот прям так раз. Все и все. Чтобы их все открыть. А не по одной. Так раз. И он себе побегал туды-сюды. Куда захотел. Это было бы намного круче. Ну, а так-то мы так долго-предолго вот уже сидим, ждем, что-то делаем. Как я вообще купил эту скульпторшу? Я немножечко жалею, что я ее купил, потому что, если честно, я за нее вообще играть не умею. Ну, никаким образом вообще прям. Играл уже пару каток. Была максимум не победа, а ничья. Вот. Она умеет выпускать статуи, две из которых в виде ангелов, две из которых в виде таких статуй с черепушками. Вот. Одни идут по горизонтали, другие по вертикали. Вот, ну и в принципе хорошо. Смотрите, я уже на 90 уровне. Это жесть. Это реально жесть. Так. Давай уже поскорее, поскорее, чувачок. Мы уже хотим играть. Так. О, что-то еще интересненькое получили. И все. Наконец-таки мы вот докопили. И можем теперь открывать сферы. Целых 4 этих. И еще можем купить какие-то редкие. Ну, не знаю, не знаю. В принципе, пока что не будем. Давайте все сразу откроем. Бац-бац-бац. Посмотрим. Опа. Ну, какая-то дичь. Если честно, дичь полнейшая. Какую купим еще сферу, я не знаю. Давайте купим вот эту вот. Еще одну сферу. Тратим денежки. Опа. И аватарочка. Повторка, повторка. Все. Все, все, все. Погнали уже играть. А то мы как-то слишком долго сидим в меню. Лучше идемте играть за нашего любимого скульптора. Девушка, конечно, такая хорошая. Так, скрипач, скрипач. Я за скрипача, оказывается, играл. Какое умение выберем на нее? Ну, давайте, что ли, уши, да? Или телепорт? Я думаю, уши будет лучше. Выглядит она вот таким вот образом. Передвигается она на инвалидной колясочке. Вот. Как, короче, какая-то такая. Ноги у нее связаны. Вся такая, глаза такие пустые, пустые. Прям темнота в них. Какая-то смирительная рубашка на ней, что ли, была. Не знаю. И на голове что-то еще. Наверное, для мозгов, я не знаю. Я не разбираюсь в этих штуках. Не знаю. Так, к нам уже подключились ребята. Ребятки подключились. Что-то там думают, гадают. Ну, давайте уже будем начинать.
Ребят, все, поехали. Катка началась. Играю я сегодня не на максимальной графике, чтобы не занимать память на телефоне, потому что она у меня уже кончается иногда. Хоть у меня 64 гигабайта. Так. Ну и погнали. Что там она делает? Выпиливает что-то. У нее вот такой вот камешек. Вот так она все делает, это дело. Вот. Передвигается красивенько. В старых версиях, по-моему, она как-то тупо передвигалась. Сейчас она уже передвигается более-менее нормально. Более плавно. Раньше она передвигалась, по-моему, не очень плавненько. Так. Здравствуйте. Я, по-моему, у нее щит снял. Ну-ка. Смотрите-ка. А если я вот сдалека? Ага, сдали. Я не могу прям много-много издали. Так, что-то как-то я вообще за нее играть не могу. Я больше всего умею играть за Анушку. Вот за Анушку я прям умею играть. Потому что Анушка это прям мой ванлаучик. Сколько статуй разных тут бегают, прыгают. А я до сих пор не могу догнать эту девчонку, которая тут бегает до сих пор. Смотри. Ну реально, я ее уже теряю. Да на. Ага, она может издали бить. Смотри, это круто. Это реал круто, реально. Нереально. Смотри, да на. Сейчас еще... Ой, мы ее ударили еще. Эти статуи прям четкие. Ну-ка пробуем так, бац. Смотри, промахнулись слегка. Слегонца. Опа. Нет, не попали. Смотри-ка. Мы как-то так путаем, да, нет? Ё-моё. Так. Но я ее до сих пор поймать не могу, вы представляете? Тут уже люди по генератору починили. А я вот ее поймать до сих пор не могу. Ё-моё, давай. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ну что ты не ловишься-то? Не ловится совсем. Блин. Я не умею играть за эту чувиху. Я без понятия. Я не умею. Тем более против мансеров. Ты смотри, кабанёр тут сидит. Не понял. Кабанчик. Смотри. Вот с такого вот расстояния я могу бить. Оказывается, смотри. Вот кабанюр мы на изи поймали. Всадника мы поймали вообще налегке. Вот она вот так вот когда-то передвигалась, так как-то не плавно совсем. О. Так, все, посадили на кресло. Будем что ли статуи запускать, я не знаю. Пусть они бегают, его отпугивают. А то что-то мне они вообще не нравятся. Смотри, какой наглый. Бегает тут вообще, не боится. Не-не, братиш, ты мне тут не начинай. Смотри. Я его бить не буду пока. А что, промахнулся, да? На. А у нее вообще хороший радиус, слушай. У нее прекрасный радиус. Я не знаю, почему я за нее играть не умею. То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Так, все, поехал, улетел. Улетучился, малыш, нелетный. Ну и где? Ну и кто? Да это улетать что-то как-то совсем. Опа! Здрасте, моя радость, ты куда от меня бежишь? Мы же с тобой еще не закончили наше дело. Ты давай, не манси. Опа!
Ты смотри, как хорош! Как статуя ее цепанула-то хорошо! Вау! Во, молодец! Слушайте, я что-то ошибался насчет этой чувихи. Насчет скульптора. За нее мне еще нужно поиграть пару раз. Вот скилл накачать, и потом я буду реально мансить. Потому что за Аннушку, ну, когда я начал играть... Ну, я не сразу, конечно, начал выигрывать, но у меня не было так масштабно проигрышей прям настолько. Да на! Бац! Донати вам. Опа, ты смотри, толкает, толкает. Эти... Опа! Ты смотри, как хорошо! Все, цепануло ее, да? Какие-то еще были крылья какие-то у них еще были. У каких-то статуй, я, по-моему, видел. Вот эти вот, которые с крыльями, у них, по-моему, там получше что-то. Пойдемте туда уже доезжать. Блин, ну там уже далеко. Ой, я не доеду, мне кажется. Хоть бы она не... Давай. Есть. Донес. Хоть я донес. Ты мне тут не бегай. Мы с тобой еще дело-то не закончили. Не понял. Не понял. Ты смотри, какой наглый. Ну ты и сам жизнь укоротил. Братишка. Не понял. Куда это мы собрались? Смотри. Куда это мы собрались, дорогуша? Я так не хочу. Блин. Да на. Ну почти же дотянулся. Ё-моё. Мансер номер ван. Говорю, куда она убежала? К выходу наверняка. Блин. Ты смотри, вот гаденыш. Вот гаденыш, и ты посмотри на них. Блин, ну хотя бы ничью, ты где, Гарденша? Куда она улетела? Ага, вот и она. Иди-ка сюда, бац. Вау, ха-ха-ха. Не убежала. Нет, я тимиться не буду, прости. Я против тиминга. Хотя сам иногда тимлюсь. Мне кажется, это нечестно. Вообще, это не круто. Все, ничью. Ничью не давайте на блюдечке. Все, мы тоже покрутимся вот так вот. Пусть будет вот так вот как-нибудь. Может, для превьюшечки возьму. Все, хорошо. Ничья. Я, как и говорил, так и остаюсь при своем мнении, что пока что Аннушка мне больше всех нравится. Анна это вообще перс имбовый, особенно ее кошарики, это просто, просто чики-бомбони. Вот и все. Ну что, на этом все, мы заканчиваем наш ролик. Мы сегодня смотрели такого персонажа, как скульптор в игре Identity 5. Кстати, я тут еще кое-что должен был забрать, я не знаю, что это такое. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Ну что, на этом все. Всем удачи. С вами был я, Дмитрий Роза. Мы сегодня играли в игру под названием Identity V. Всем удачи, всем пока.